Улица Иварницкого почти закончена. Сейчас по ней пройдемся. Посмотрим, что здесь есть. Есть где посидеть. А это есть где поиграть ребятам. Очень интересно. Залезть, слезть. Все так интересно. Идем дальше. Ну, а вот здесь можно спуститься вниз и покататься на качелях. Вот так вот. Все ближе и ближе к парку Шевченко идем. Здесь сидят разные люди. Надо идти очень осторожно, могут и зацепить слегка. Ну, спускаемся на следующую площадку. Тут уже стоят стулья. И можно играть в шахматы. Вот здесь шахматные столики. Ну и вот выход прямо к парку Шевченко. В общем... Все уже видно.